Сегодня в Госдуме прошло заседание попечительского совета киностудии «Ленфильм». Глава совета Сергей Нарышкин выразил надежду, что внимание к кинематографу в России сохранится и после завершения года кино. Наш попечительский совет «Ленфильма» был как раз создан в год кино. И хотел бы сегодня обсудить с вами, как организовать работу таким образом, чтобы все лучшее, что было наработано в год кино, сохранилось, а не закончилось. Тем более важно, что дальнейшее развитие таких киностудий, как киностудия «Ленфильм» с ее традициями, является одним из определяющих факторов в развитии и в расцвете отечественного кинематографа.